Основы противопожарной безопасности, правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде и их профилактика – главные темы, которые были подняты на встрече начальника областного МЧС Константина Шершуновича с работниками Драгичинского территориального центра социального обслуживания населения. Учитывая специфику работы людей данной профессии, им особенно важно знать и выполнять законы осторожного обращения с огнем, которые позволят не допустить тяжелых последствий. Цель-то одна – напомнить еще раз о бережном отношении к собственной безопасности, к семье, в своем доме, на производстве, в обществе. И мне кажется, что вот такими действиями мы повышаем культуру безопасности нашего общества и в целом культуру нашего общества. Потому что когда человек правильно себя ведет, когда он знает, как необходимо действовать, чтобы не допустить какой-либо беды, естественно, что это только на пользу и ему прежде всего, но и, конечно же, нашему обществу. Розыгрыш автономных пожарных извещателей в ходе мероприятия был приятным и неожиданным бонусом. И хотя все происходило в форме игры, но и она служит единому делу – пропаганде безопасного поведения и ответственного отношения к природным стихиям. Несмотря на то, что огонь и вода чаще всего друзья человека и его помощники, не стоит забывать о том, что халатность и безрассудство легко могут перевести их в разряд злейших врагов. Скорее всего, что, наверное, это будет, на мой взгляд, первое – это вредные привычки. Потому что много, мне кажется, больше всего случаев. И беспечность, скорее всего. Родители оставляют детей без присмотра, а дети шалят, берут спички, зажигалки. Пожарный извещатель нужен он всегда, потому что человек не всегда может почувствовать, услышать запах дыма. Даже если ночью он уснет, то как бы пожарный извещатель всегда может его разбудить. Подобные встречи, несмотря на кажущуюся легкость и непринужденность, имеют большое значение в деле профилактики чрезвычайных ситуаций. В обычной жизни человек не задумывается о том, как правильно вести себя при пожаре или возникновении непредвиденной ситуации на воде. А между тем, именно от грамотного и быстрого реагирования порой зависит не только здоровье, но и жизнь. Именно поэтому можно смело говорить о том, что такое повторение правил никогда не будет лишним.